Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Линском районе. Вот здесь у меня для ивет сделан. Единственное, что нужно будет еще добавлять опил. Опил будет до бруса до этого. Ну и нужно будет какие-то делать им загородки, огородки, чтобы сидели где-то овцы, где-то козы. Здесь у меня гуси. Здесь у меня маленькие. Там у меня маленькие гуси, здесь большие. Так, что у нас здесь лестница-то? Наверху все утеплили. Вот у нас здесь у нас получается вентиляция. Вентиляция закрыта. Утеплена опилом, чтобы у нас не капал конденсат зимой. В общем, подготовили к зиме помещение. Для баранов и коз. Ну и гусей. Пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии.